Сегодня в нашем торговом центре был пожар. Сгорело 19 магазинов из 20, угадайте, чей не сгорел? Я и керосин разлил, я огнетушитель спрятал, не помогло! Теперь мне нужен диван, телевизор и журнал с телепрограммой, остальные свободны. Так, что сейчас у нас по телевизору? Ух ты, спасатели Малибу! Наконец-то в Москве обратили внимание на мои письма. Че, Памела Андерсон подстриглась? Это Харатьян! Что за фигня? Гена, только спокойно. Нам повысили плату за отопление, и мы больше не можем покупать журнал с телепрограммой. Молодец! Хорошо держится!